Коленей. Я хочу приветствовать вас всех. Необыкновенно рад вас видеть. Конечно, некоторые люди, загнав этот митинг, как им казалось, глубоко в Марьино, очень собой гордятся. Это у них работа такая, сначала глубоко загонять, а потом гордиться. Но я очень рад, что сорвать это все не удалось, что нас так много, и что все мы можем приветствовать друг друга. Хочется поприветствовать представителей федеральных каналов, которые пришли сюда, чтобы рассказать нам вечером, что здесь было 500 городских сумасшедших. Хочется поприветствовать и поблагодарить многочисленных охранников, которые пришли в выходной день поучаствовать в этом митинге. Мы знаем, что они с нами, и мы рады, что они с нами. Хочется поприветствовать дорогих провокаторов, которые тоже с нами. И это необходимо, как сказал Киплинг, если бы тебе не было страшно, тебе не было бы так интересно. Прекрасно, что здесь вместе с нами так много убежденных противников. Свободу не подарят. Когда ее спускают сверху, ее так же легко отдают. Здесь формируются граждане, и это чудесно. Оппозицию очень часто упрекают в том, что у нее нет позитивной программы. Позитивная программа есть, и она совершенно очевидна. В будущей России, которая, кстати, уже здесь перед нами, не будет лишних. Лозунг очень простой. У нас нет лишних, нам нужны все. Потому что всю жизнь революции, перевороты, реформы начинались здесь с того, что кого-то отсекали. Нам не нужны богатые, нам не нужны умные, нам не нужны глупые. Нам нужны все. Россия не должна жить в страхе и злобе, в этих двух главных эмоциях нынешнего времени. Россия не должна быть посмешищем и пугалом для мира. Россия великая, добрая, светлая, талантливая страна. Россия – свет миру. Россия не будет позорной. Лозунг даже не в том, что Россия будет свободной. Она свободна уже и сейчас. Каждый волен прийти сюда или трусить. Это свобода. Россия будет хорошей. Вот наш лозунг. Игорь Коханов.